Что еще? Ладно, сейчас я приду. Сейчас, сейчас. Вот и не хватает дискорда, да, получается. Unlock, давай. Пускай. Готов. Слим тут. Доставка. А ты до этого в какой гильдии был, Зингпак? В смысле? В какой-то... Забыл чешу? Не, я не помню. На X2 в Illusion'ах РЛ. Ты ДВ РЛ, а я вечерний РЛ. А как ник там был? Что-то я уже забыл. Жил Зингпак, ты шо? А у меня ДК был. Вообще память деревая. Это где-то я тебя уже спрашивал, да? Недавно. Да, да. Слим тут? Да. Шкаф. То у нас некоторые работяги. Слушай, мне в дестрике остаться? Или я могу в демон лока спекнуться? ДПС где больше? Да, блядь, там как-то по-разному, честно тебе сказать. Тут типа много свечей и все такое. Тогда лучше в дестрике. Все. Тут бегать придется, свечиться, типа. Поэтому. Короче, вы ж масла все пьете. Кто не знает, что тут делать? Это Валик. Что тебе надо? Сразу инфу накинул, не забудь про мой рост телеком. Я хуй знает, во сколько он сегодня решит перезагрузиться. Точно. Короче, Ластик, ты в ДД. Хоть ты в одного танчил. Вот. Да, да, фу. Типа знаешь, как танчить змей в одного танка? Да. Все. Скажи мне, пожалуйста, Ластик. Ник сразу кому СС давать? Да тут хера. Ну типа тут... О, у меня только СС, но я по идее не должен умирать. АБР у меня. Не знаю, дай, наверное. Кто из вас лакает? Киро, пока не надо СС. Не вешай. Че, ставлю рыбу? Короче, тут надо все делать очень быстро. Быстро заливать. Лужа на первом боссе. Вешают на вас стаки. Больше 3 стаков будет, вы умрете. Поэтому надо выходить с лужи еще до первого тика. Вы когда стоите, босса бьете, его видно, как летит вас чашка. Поэтому, блядь, выбегайте сразу, вы следите за тем, как он кидает. Видели, чашка у вас летит. Все, отошли. Видите, все свечаются в этих нобальтах, потому что тут их надо очень быстро убивать. Ну, РДД тоже свечается. Центр для хилов оставьте, если что, РДДшники. Чтоб хилы в центре были. Что еще? Ладно, давайте. А, выходят змеи. Кто вообще первым не бьет, потому что вот ее агро набирать они не. Ты шелпешками, если что, на ядовитый набираешь, помнишь? Ну да. А посмотрим. Я себя, блядь, вагоном чувствую. Посмотрим, как вы сейчас не будете слакать. Войд, чё не хватает? Готов. Так, сейчас я чекну кое-что. Таха, что такое? Деньги на нормальную фласку, не? Така. Гурн. Ольда, ты этот пьешь. Сапрот. Все, я увидел. Так это масло, если что было. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Сва, кстати, на грудах намажьте. Кастеры, услышали? Выходите до первого тика. Кто там с паладинов? Поставьте от этого огня пока. Чё? Инжу для хилов. Центр для хилов оставляю. ДК тут? В Диси?
Да. В Горн дунь. Горн. Бам-бам-бам. И лапку, да? Кстати, босс умирает, у вас есть время похавать. Если не будем, конечно. 3, 2. Псы все на змеи оставляем, если что. Лужа, РДД. Сольно. РДД. Видите, до пиротника выходить надо. На ком сомбаль не дал вот. Появись. Ой, я умер. А? Нет. Сомбаль там миллизон. Свичнули все сомбаль. Да, аккуратно. Ком до хера стаков, РДД, заходите в мини-зон, чтоб не полутать. У на ком больше трех стаков, РДД, можете в мини-зон. Свич на весь нобль. Не забываем с нобль. Иди. Ловьем. 8 стаков. Там. Через босс. Милите через босс. На воде 10 стаков просил. Давай, бог. Дожмешься там? Давай, бог. Бля, дай бог. Зольда, бог, дай. Войду в бог по ДК. И быстрее забирай. Быстрее. Так, тут рынжу сейчас набираем. Кто сейчас в эту не играет? Кто в нее не играет? Тут готовьте хилить как нельзя. 5, 4, 3, никто ее не бьет, никто не бьет. 1. Забирай. Вторую забирай, вторую забирай. Давай, Гер. Все, играем, играем, играем. Надо бурстить. Лужа аккуратно там. Милики под лицо, что там не подходим, войд зелен. Забирай, таун, прожми на нее. Пойду, подошли, там лужа аккуратно. Войд с другой стороны. Бабл, прожмите. Прожмите бабл. Давай, 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 забирай эту. Отойдите из-под лица, сейчас работа скоро будет. Вайда, хилим. Сейчас появится. Если что, сейчас випа прохилим. Випа прохилим, сейчас он нас просто рвет. Ты смотри, под лица отойдите. Видите, там жуткое плюет. Сейчас работа будет кислотная, аккуратно. Активнее так. ДПС маловато было. Тима на огонь, да? Не подходи ко мне, Ластик. Ну что ты делаешь? Видишь, я с дебафом стою. Ну что ты ко мне с дебафом? Мы сейчас могли умереть. К танку подбегите, огонь. К танку быстро, быстро, быстро. Угу. Иди забирай. Отошли, за спину, за спину. Надо быстрее ДПСить, потому что босс сейчас через 3 секунды появится. Следующий. Рейнджу РДД набрали? Рейнджу. Будут брызги скоро. Милики тоже между собой. Рвота, аккуратно. Милик. Да, прохил. Жмитесь, кто там. Сейчас БР. Вставай, 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 вставай. СС на Вайда, СС на Вайда. Рибал, дайте по ним быстрее. Рвота 5 секунд.
Отойди. Под лица, если что, милики. Вайда прохил. Второй босс вышел, забирай. Больше ДПС. Готов к массакру, Зольден. Я скажу, когда. Вторая змея появилась, добиваем. Давай, сокру. Туда. Все. Что, мало ДПС? Да. Очень мало, я бы сказал. Ну, мы убиваем. Ну, точнее, проходим. Сейчас танк упал. И все. Павших героев минуты молчания. Ну, если второе место 7000 будет на шестом, то тогда заебись. Так, в принципе, можно. Если прям запотеть. Мы убиваем, там осталось 30%. У нее мы не забили, типа. Поставил рыбу возле совы. Так кто-то, скорее всего, очкует, потому что тут первый раз. Вот так. Кулаки кто дает? Я даю. Сейчас я поем и дам. Там надо макрос. Он уже второй ретрик ездит. Да, все, я запустил. У второго ретрика тоже есть макрос. На фиг. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут ДК, в дудка. Авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Мастер, если что, можете сразу под щиты встать сбоку, чтобы вы просто отбежали влево, не занимали место. Вот тут встаньте, с другой стороны тоже, он видно. Встань под стенку, чтобы если что, просто отошел в сторону, и все. 5, 4, 3, 2, 1. А. Пойду, что я в прошлый раз не видел. О, если 3 стака, заходи лучше в зон. Спадут стаки, выйдешь. Так, милики, заноси, кто это, Зольда, заноси, милики, играйте, наверное, через вот это на хиле, вы сбиваете. Если на каком-то демагере, то играйте через босса, а если на хиле, то вы сбиваете. Вот сейчас он быстрее умирает. Первый сноболь, вот второй, 50%, 5%. Раллер, блин. Милики через этого, через босса, чтобы быстрее. Типа у нас там на змеях, заходи. На змеях два ретрика просто потерялись. И не могли себя перестать. Ну, зеленый либо РДД свич. И все. Чтобы все нормально. Они бабл прожали, хотя, по идее, у них должен был КД быть, потому что там бурсики, там пили. А то бабл прожали. Ну да, сейчас 10 стаков, у него уже 15%. Сейчас побыстрее он играет. Все, давай по войду, Бобчик.
Добили. Это никто не трогает. Отошли с правой стороны, отошли. Он отводит змею в правую сторону. 5, 4, 3. Никто ее не трогает. 1. Появилась. Стим. Бурстим, бурстим. Прокни ты, сука, тупа. Пошли размораживаться. К войду, рвота сейчас будет аккуратно. Прошла рвота. Все. Как видно. Ну все, под эра нет. Меня от... меня в лужу отбросило. Топ хил. Ну все, сейчас ДПСом поярче. Да, семерка. Я с пугами на позапрошлом КД убил. У нас верхний ДПС был семерка. О, жестко. Ну, типа, 7500 вот так вот, 7700 от трая в трай где-то так прыгало. Это про верхний ДПС я говорю. А нижний? Это что, ИГ-10? Нижний? Там вообще печально, 5500. Нижний был. Вот но это... мы Анубу не убили, но до Анубу мы дошли. Лим, ты сноубольтов тоже свечись. Что это за 50к по сноубольту? Один ноутшот. Все, запусти. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее... Ну, убиваем, если никто не умирает. БР 2 минуты. Сколько там СС? 7 минут. Блин, сейчас вип отлетел. Короче, милики, что у вас касается? Вы когда зеленую бьете, можете стать под лицо. Точнее, вот видите, где сова? Типа она вот тут появляется. Дело не в этом. Я подбежал, вот разморозился. Вы сюда вот встаете, и когда она откидывает, она вас откидывает сюда в угол, и вы не теряете ДПС, потом убегаете. Я говорю, под стеночку можно встать. Кажется, вот, Дима, встань под стеночку, не занимай место. 2, 1. Стоит вообще на морозе. Ты арм свип? Нет, фури. Слим, я все 300-ка заходи в милицию. Я же говорю, оно видно, как вас летит. Пойду, ну давай. Свечно летит. Зольда. На ком, на мне? РТД, свищ. Милики через босс играть. Нормально, второй появляется. Свищ на весь РТД. 3 минуты игра. 40 секунд. И все. 9 саков. Свич на лес.
Давай, Бог. Вовчик закинь. Хилим. Вы можете садиться, пить ману, если что, тут вот пока можно пить ману. Это заходит, никто не бьёт. 4, 3, 2, 1. Появилось. Кавалер. Под лицо, милики, готовьтесь. Типа, ну, вы не будете отлетать никуда. И не будете терять урон. Черепу пошли, черепу пошли. 5 секунд. Ой, енот потом, ой, ой, разморозишь енота. Рвота 5 секунд, аккуратно, рвота там сейчас. Все, пошли разморозить. Ой-ой-ой, глужу закинул. Атаха, глыбу прожми. Я прожимал, это второе на меня накинуло. Войд, разморозь возле пушки. У него нет. А иди отворачивай тут. Потому что скоро будут грызть. Рота, и рота скоро будет. Иди отверни. Ком. Бойд, ну ёб твою мать, ты что, зеленку прожать не можешь или что? Под рвоту надо зеленку прожать. Дороны кончились. Как можно? Чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Когда она выкапывается, ее может танчить любой мили. Вообще он вип будет агро срывать, просто будет прохиливать випа и все. Не надо ее потом забирать. Твоя главная задача — пойти забрать ту дуру и отвернуть от рейда. Дживс есть у кого? Я на выходе могу мамонта поставить, если нужно. Да, да, давай. Спасибо. Подожди, Серега, не уходи. Все, можешь валить. Четверга, я абсолютно свободен. Стой. Ой, куда пошел? Я чтоб Костя сделал. Сидит. Спасибо. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее... Ой, да что это за фласка на тебе? Сопрот выпьет, ты что, ровкаешь? Магия пробивается, ты ходишь с флаской на хп. Который направится в цитадель ледяной короны. Да, я забыл, что у него это висит. Атаха, встань, иди под стенку, меня Дима уже не кумарит. Видно эти хуйни, понимаешь? Я стоял там, видно, как ты сказал, блядь. Вот эти хуйни, которые летят. А Дима тут почему-то видно. На светлой стороне только видно, вот здесь день. Не видно было, я же стоял, как ты говорил. Детей не видно. 5, 4, 3, 2, 1. Оп, не вешай это проклятие. Я ж сова, вроде, зачем ты ДПС выделяешь?
Снобальта играем или что? РДД, вы что, Снобальта не видите? Или пока не скажу свич, вы не свичаете, да? Крикни на хп. Стою, должен ДПС терять, пока вы глаза раскрыли. Слиман, Трикстака, зайди в милизон. Свич на весь зайди в милизон. Так и скинешь, вы. А, в милизону заходить, когда 3 стак. 3. Я это говорил в прошлый раз. Если больше 3 стаков есть, становится Дима на те снобы. Свичнусь. Сейчас что-то с ДПСом потеряла. Потому что кастеры просто стоят в милизоне и не могут. Опять на меня снова вот, прожимай зель... Боб, дайте им, прохильте его, что такое? Чё он с полхп стоит? Рвоту всегда давай прожим. Если нет прожима, скажите ДЦ зубы да. Эти под лицо зайдите к этой дуре, чтоб вас не откинуло никого, ни в лужу, ни куда. Ёб твою мать, блядь, откинулся. Я же говорил, под. Так я снял эту хуйню, а потом начал бежать назад, и она... Ебал, дайте по паладину. Попростил. Давай Матер... падать, мы не убьем без кости, бесполезно. Надо было уж по кости бояться, чем по мне, по ущербному. Я его кислотное просто плевало. Я не понимаю. Рам-пам-пам. Оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Да, СС повойду давай. Мало ли упадет. Ластик, у тебя если что символ, ой, манускрипт херовый на ретрик. Да я вообще ретрик не собираю, у меня же танк самая. На ретрике мне не дают шмот нифига. Атаха, можно сказать что-нибудь? Ну что ты РЧ не принимаешь? Ты скажи, что тебе не хватает. Не-не, я просто не увидел. Сори. Ага. Смотрю, стоит, бегает, я вообще не вижу. Призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Сейчас же СЛКшный шмот выходит. Ну, мне же нужен будет УД. Поэтому я на НДД не трачу. В цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион.
Я видел и более достойных соперников в Багровом. У тебя трыня есть, Сони? Тратишь наше время, паладин. Чё за трыня? Ну, Сони, там трыня. Сквестишь? Головы, да. Два, один. Типа резист? Ну этот. Если чё, ластик, это ж второй танк. После тут в одного. Просто чтобы он не стоял АФК. Можно в меня больше, больше в меня бомб? Дайте еще хоть. Ну мало, три бомбы. Кто будет отсвечивать? Кислотной утробой и жуткой чешуей. 5, 4, 3, 2, 1. Я только сейчас осознал, а кто у нас будет персус снимать с обезьяны. Никто. Понял. Готовьтесь, випа хилить, сейчас идешь, забираешь свою огненную и отворачиваешь от рейда. Сейчас готовимся випа прохиливать как не себя, потому что он сейчас ее будет танчить. Там 600к осталось, випа можно и будет прохилить, я думаю, ничего страшного. Поведу в сторону. Нет, верни, сейчас скоро будет рвота, понимаешь, и будет набираться в рейд. Я вижу, как она стоит, клюет в рейд. Кислотная, огненная, эма на огонь, дай. Или керенджу между собой там наберите. Ты про какую говоришь? Жуткую. Жуткую? Зачем? Эту жуткую, понимаешь? Милики, её... отойдите оттуда, там будет. Она же закопана. А это кто стоит? Вот это вот закопано. Пошли, с метками разошлись, от меток быстро порасходились. Хилим метки, аура от огня стоит. И... меток, пройдите дальше, вот видите, у меня идти туда густо стоит. Лен, чё она не вылазит? Давай, вылазь. Долго. ШТПС, давайте, скоро босс появится. А мы стоим еще и бьем. Вот так 5 секунд пишет, но это ДБМ наебается. Филики, между собой, если чё, держите рейнджу. Уже. Уже, отводи, 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 отводи. Дальше, дальше веди, она ж растет. Давайте, активнее ДПСим, жмите там приход, я не знаю, второй вышел, на быстрее заливать.
Вот, а зеленку прожми, зеленку. Да есть. Больше, больше урона. Потом в массакру, Зольда. Давай сокру, сокру давай. Дал сокру, не вижу, дал, все, спасибо. Давайте, добили. Хиливаем рейд, рейд прохиливаем. Где ты, сука, лазишь, блин? Дал мне зыбку. Дошли. Змею играем. Рейд хилим. Быстрее, быстрее. Ну мы уже один этот протыкали. Без меня бьет. Хоть посмотрим, что тут происходит. Ну. Все, короче, три вреза есть. О! Вообще шикарно сейчас макрос работает. Я по 4 альянса будете отлетать. Ты сделал? Я глыб был изжену, он на меня, меня дул. Я думал, это макрос. Вот, когда он дует, тебе надо макрос прожимать. Ластик, отойдите от ластика. Кто там бежит? Ты что, издеваешься или что, вип? Так я-то убегал, в том-то и дело в сторону. Да, почему он в эту сторону побежал? Все, падает. У него два удара осталось и минус батл ДД. Да давай хотя бы люди попробуют. Бля, что-то я не понял, почему? Я же нормально убежал, убегал. Кристиан, ты побежал наоборот, на того, на кого, от кого нужно было убежать. Мне показывало наоборот то, что ластик от меня слева стоит, я поэтому вправо бежал. Потому что ты камень. То есть у меня мигало, то есть то, что слева от меня он стоит. Кто это там слепой? Ну, что такое? Дойти сложно. Бейте, давайте, бейте, что вы прыгаете? Давайте, учитесь. Тут если что, бафа как в обычке. Давай, макрос. Вот видишь, он дует, енот, ты уже макрос должен. Ну, должна автоматически давать. Я этот макрос не должен. Ты видишь, что он задувает? Прожимаешь макрос. У нас не то, что проблема с ДПС, у вас проблема с отбеганием. Я могу завтра в ВК в десятке, раз быстро закрываем, первого босса можем не убивать просто, и будете учиться бег. Часа два. В кару никуда не пойдем, будете два часа на этом реве разбегаться. И будем вайпаться каждый раз, зато научитесь бег. Макрос, готов давать? А что за макрос под задувку? Давай. А. Ну, короче, он когда вот дует, он же выбирает человека в таре, понял? Но, но. И когда у ретрика прокачанный идум, даешь по таргету этого. О, он снимается. Ридум, понял? Да, и снимается, короче, этот каст, и все. Он, короче, не дует, рейд не дымажит, и урона больше, понимаешь? Все. Ну, с ДПС у нас все более-менее, только что было все нормально. Просто вы начинаете какую-то панику, когда босс выходит, типа, вы просто дымажьте. Лужа, отводи сразу дальше от лужи, потому что она растет, и то, что ты там отвел на 2 метра, это такое. Она выкопалась, почему она в меня бьет, я не понимаю. Где ты лазил вообще, почему она меня убила, я так и не понял. Ты типа стоишь, хер знает где. У тебя не видно, где она появится? А кто тебя убил? Стоит, хавайте, быстрее, давай. Сейчас делаем трай. Нет. Все. 10 минут, потом пойдете курить. Чего не хватает? Вышел просто. Так, кулака не хватает. Там я нотов это. Минутку написал. Да. А вопрос, РДД. Почему я вижу... Вас, вы заходите в мили-зону на первом боссе, только когда на вас 3 стака огня. Все.
Ну или когда на вас снова. Если на вас один стак, не надо туда идти в мини-зону. Что стоять? Ничего не запускал. Короче, настраивайте свои матрицы. Я просил за неделю поставил и ВК, попросил, подготовьте своих персонажей. Так сложно было, чтобы не во время рейда сейчас перекуркать. Валёк, не во время рейда это все сейчас делать. Валентин, помоги мне, как передвинуть вот эти анонсы и КД с ДБМа? Я что-то не нашел в настройках, блять. У тебя что, LFI? Да. Интерфейс, модификации. Ну, типа, LFI открываешь, показать фиксаторы, понял? Ну, нет. Вот, там... оповещание увидел? Давай, ладно, сейчас. Вот у меня, зайди на стрим, посмотри. Сейчас. Кнопка ДБМа есть на мини-карте круглой. ДБМ-то я этот, блядь, делал. Сейчас все полный экран. Где фиксатор, шо, где? Вот, видишь? А, Battle.net. Так нет, да. У меня оттуда выходит. У меня просто, типа, сейчас вот выключу, я тебе покажу, где у меня показывает. У меня показывает просто вот здесь вот, где задачи, вот вся вот эта фигня вот здесь появляется. Вот она, да. Сейчас. Стой, сейчас, да. Вот здесь она появляется. В ДБМ. Открой ДБМ, включи тест. ДБМ попиши и напиши тест. Где тест, блять, ебаный. Короче, вот. Тут, вообще... короче, где-то ищи, тут где-то должен быть тест. Я вот искал вот. Ну он где-то тут. Вот она, вот он у тебя, видишь, в центре появился. Нет, в центре это хуйня, мне это не мешает, это анонс. Ну, вот настройка это... индикатора, что это не оно раз. Третья строчка. Нет, это. Не оно. А что ты хочешь вообще сделать? Там вот будет кнопка хуйню, красная, передвинь меня. Сюда. Передвинь меня называется. Вот найди, покрути колесико во всех вкладках. Найди кнопку, передвинь меня. Нажми на нее. А вот все, нашел. И будешь всё, передвигать. Ничего. Так. Вот так. Все четко. Спасибо. Лена, ну что там? А может кто бросать другой боб на этот раз бросить в конце этого первого моба? Чего? Может кто-нибудь другой на один раз бросить боб в конец этого моба, когда стаки надо сбросить? Потому что, наверное, у меня по этому бой я не смогу. Ну, не могу сесть ни грамма попить, если что. Я, ну, хочу проверить. Ну, Вася, кинешь, тогда ты боб повойду. Да, кстати, слышь, Валёк, там этот, да. Между боссами нельзя сесть поесть, ну, сейчас не появляется. Можно обжорство этого... садиться, шкаф. Можно, я сажусь пить. Не, я не знаю, у меня комбат не спадается в этом, в хуйню. Если стоит этот, как его, кобольд, то комбат не спадает, как только кобольд падает, поэтому желательно переходить на next босс без кобольда. Наверное, я проебал этот момент, что кобольд... Там прям, ну, есть у тебя где-то... Не, полторы секунды, чтобы нажать сесть похавать. Не, это я знаю, что... Потому что на прошлый раз я типа успевал садиться. Сейчас что-то, блядь, сколько смотрю, нихуя. Вот из-за этого трая... Из-за этого... На последнем трая из-за кобольда такая проблема была. Ну ладно. Я здесь. Извините, мне по работе звонит. Ты сделала макрос? Блядь, я не сделала макрос, я разговаривала по работе. А на ком МК? Я скинул во флут. А чё он на локе, а не на мне? Ну, потому что это, блядь, Дестри может. Ну и шо? Ну, у меня ДПСа больше. Ну, в смысле, у него больше. Ну, на этом трае, конечно, когда я АФК поставил. Крита сколько у тебя, скажи мне? 36. Без пиздежа. Ну, 36, сейчас. Слимом у тебя сколько?
37,2. Ладно, тогда ему больше. Хотя 37,6 это с моим, блять. Уже 39. 17. Ну, уже 39, конечно, 7К кинул. Я предлагаю на Холи Пала кинуть его больше. Maybe next time. Без этого. Без 4-4. С налоков так-то 4 тяжело одеть.